Ежегодно премия собирает несколько сотен человек, которые ведут свой блог в живом журнале, в Инстаграме и в Ютубе. У нас проходят некоторые секции, мы обучаем ребят, им читают лекции, мастер-классы о том, как вести блог, как его развивать, как его монетизировать и так далее. Не в этом году Униформ прошел в пятый раз в Казани, летом этого года. Униформ прошел очень удачно. Его посетило порядка 1000 человек, было на площадке на стадионе Казани. Арена. По итогам форума было более 10 миллионов аудитория прочитала информацию на форуме, публикации в социальных сетях. И таким образом мы поняли, что это мероприятие, которое имеет огромный потенциал, и мы решили сделать еще несколько проектов под брендом форума. Первый из этих проектов — это премия блогеров Inform Awards, которая пройдет 22 декабря в гостинице «Украина». Будет награждение, а в данный момент, сегодня, 8 ноября, мы запустили голосование на сайте uniform.org. И, собственно, вся информация о премии, о номинантах премии, о членах жюри есть на сайте. Спасибо.